когда ты вернешься после долгой дороги домой, когда ты увидишь, что этот мир для тебя стал чужой, вспомни о тех, кто ждет, кто всегда тебе будет рад, невзирая на то, кем ты вернешься назад. Ты поймешь, что многое сон, и уже невозможно определить, где оригинал, а где клон. Но что-то тронет твое сердце, тоска или чья-то ложь. Как время идет, чего же ты ждешь? Ты можешь проснуться и оставить печаль для других. Ты можешь поверить в то, что здесь больше зрячих людей, чем слепых. Ты можешь перечеркнуть сценарий и выключить телеэфир. Ведь проще простого изменить этот мир.